Друзья мои, всем добрый вечер, отличного настроения. Сегодня я решила с вами поделиться своей историей, как я попала в сибирское здоровье. Но не про здоровье будет речь, а про финансовое благополучие. Очень важная сторона для многих из вас. Хотя кто-то скажет, ну, про деньги, нет, не буду. На самом деле, когда у нас в жизни бывают такие ситуации, когда ты думаешь, что себе купить, ну, не знаю, там, игрушку ребенку или пойти продукты в магазине закупиться, а ребенок плачет, потому что ему игрушку хочется, да, а тебе еще и ботинки ему нужно купить, а детей у тебя несколько, а если еще и лекарство нужно, а денег нет. Так вот, если в вашей жизни были такие ситуации, вы меня понимаете. Вот 2 года назад, когда я была в глубоком декрете, да, первый ребенок у меня пошел в первый класс, маленькая моя, ей было чуть больше года, где-то там к полутора уже, денег катастрофически не хватало. То есть нужно было одно, второе, пятое, десятое, денег нет, нервы на пределе. И надо сказать, что я достаточно давно, даже до сибирского здоровья, долго пыталась найти источники дополнительного дохода. Я пыталась чему-то научиться, делать что-то руками, продавать. Понимала, что это, ну, в общем, вообще не вариант. Дети маленькие, времени не хватает, да, там что-то плела из бисера, пыталась делать какие-то подделки, чуть ли не мыло варила, но, в общем, толку никакого не было, не получалось. Потом пошел момент, когда я стала понимать, что вот нужно что-то такое, да, вот сетевой маркетинг. Все очень боятся этого слова, но я попробовала себя в Орифлейме, в Амвее, в Арсаге, в Вилави. У меня нигде ничего не получалось. Чтобы вы понимали, я нигде не зарабатывала денег. Я настолько разочаровалась в своих способностях и возможностях, что поняла, что, наверное, то ли я какая-то не такая, если вот у тех, кто показывает, у них получается, у меня нет, то ли это все лохотрон. И на самом деле, ну вот, меня явно кто-то обманывает. Ну, в общем, я на это все дело махнула рукой и поняла, что, наверное, это не мое. Очень многие проходят через вот это не мое, но я очень рада, что в один определенный момент, когда я решила о том, что мне нужно купить там магний, да, поговорила со своей подругой, и она меня пригласила в сибирское здоровье, да, из серии, ну вот, ты приходи, магний ты все равно берешь, возьми, а там вот заодно пойди поучись, у нас бесплатное обучение, и начнешь, может быть, там денежку будешь себе дополнительно иметь. Я, конечно, закатила глаза, сказала, да, конечно, я, ага, знаю я ваше все, была я и там, и сям, и пятое, и десятое, все это ерунда. Ну, в общем, магний я купила, магний я стала пить, и он мне реально помог. Это был первый продукт, который я попробовала. Ну, я пошла на это обучение, на бесплатное. Ну, пошла так, думаю, ну, сказала, пойду. Ладно, пойду, пообещала. И я просто стала делать те действия, которые нас обучали, бесплатно этому обучали, да, то есть я просто купила продукт, пошла обучаться. Думаю, ну, раз пошла, буду делать то, что говорят. Каково же было мое удивление, когда в первый месяц, когда я прошла это обучение, стала просто тупо делать те действия, которые говорили, я заработала 4000 рублей. Вы не представляете, 2 года назад заработать 4000 рублей просто в телефоне. Я была в шоке, я была настолько счастлива. Ну, это вообще ни о чем не сказать. Кстати, чтобы вам не соврать, там 4000 с копейками, по-моему, было. Вот, смотрите, вот чек, я сейчас сюда его выложу. Вот. Начисление. Это мой первый доход в январе месяце. Это был просто космос для меня. Моя мечта была выйти на доход хотя бы 1000 в 10. Я думала, что я буду просто счастлива. Это такое классное подспорье будет для меня в декрете. Ну, просто счастье. И я стала работать. Не могу сказать, что мне давалось что-то очень легко. Я вот так налево-направо. Вот. Но я просто стала делать действия, потому что понимала, что деньги нужны. И если я, ну, как бы сейчас просто на это забью, то у меня точно ничего не получится. Ну, а раз уж начала, ну, значит, надо хотя бы попробовать. Я всегда придерживаюсь того мнения, что лучше попробовать и убедиться, что это точно не твое, но если не получится, чем не попробовать, потому что ты побоялась что-то сделать, ну, а потом спустя какие-то там годы жалеть о том, что ты даже не попробовала, а вдруг у тебя бы все получилось. И я стала просто делать действия. Что я вам могу сказать, девочки мои дорогие? Сибирское здоровье – уникальная компания, которая реально
помогла изменить мне мое здоровье и благодаря которой мой доход ежемесячно увеличивался и увеличивается сейчас постоянно. У меня, как вы видите, первый доход был 4000, я вам показала. Потом он у меня увеличился там до 8, до 10, потом были 50. Когда я заработала 50 тысяч рублей, боже, я пищала и кричала от счастья. Думаю, боже мой, неужели это происходит со мной, дорогие мои? Причем, чтобы вы понимали, я не сижу в телефоне круглые сутки. Я успеваю работать в найме, заниматься детьми, но еще и делать какие-то действия в телефоне. Все вы знаете мой клиентский чат, да, где я вас очень люблю, мы с вами общаемся, вы делитесь своими отзывами, где я рассказываю вам о чудесных продуктах «Сибирское здоровье», которые просто очень сильно люблю, ценю, потому что они действительно работают, и проверила я это на себе. Так вот, когда я стала получать такие доходы, они у меня растут, и теперь у меня доход второй месяц как больше 100 тысяч рублей. Дорогие мои, где вы видели, что в найме зарплата за 2 года выросла с 4 до 100 тысяч рублей? Мне кажется, такого просто не бывает. И я просто безумно счастлива, что в свое время нашла «Сибирское здоровье». Единственное, о чем я жалею, есть один момент, о котором я действительно жалею, это о том, что не нашла «Сибирское здоровье» гораздо раньше, а походила по разным другим компаниям, попробовала, потыкалась, понаступала на грабли. Сейчас я бы, наверное, была бы еще в лучших результатах, если бы пришла сюда на пару лет пораньше. Но, как говорится, не гневите Бога. Спасибо за то, что я, в принципе, нашла «Сибирское здоровье», и теперь могу сказать совершенно точно, что те действия, которым нас здесь обучают, а на самом деле обучение очень простое. Здесь не нужно быть 7 пядей во лбу для того, чтобы начать зарабатывать первые деньги. Понятное дело, что за месяц вы там 100-200 тысяч не заработаете. Мне понадобилось для этого 2 года. 2 года, когда ты работаешь, делаешь действия, даже не видишь какие-то там свои результаты, кажется, что работаешь впустую, но все имеет накопительный эффект. И я тому доказательство, оно реально работает. И у меня уже есть девочки, которые пришли также ко мне в «Сибирское здоровье» зарабатывать. Да, они попробовали продукт, они поняли, насколько он классно работает, и тоже пошли на обучение, сейчас имеют также дополнительный доход. Это Олечка, моя любимая, мама в декрете, которая успевает сидеть дома с 2 прекрасными малышами и зарабатывать уже более 50 тысяч рублей. Это Татьяна Потяева, очень люблю эту прекрасную женщину, которая на пенсии умудряется зарабатывать вторую пенсию свою, просто сидя в телефоне. В общем, не буду вам перечислять всех наших девочек, но могу сказать, что это реально работает. Девчонки, вот неважно, кто ты, мама в декрете, домохозяйка, работаешь в найме или просто на пенсии, но благодаря той системе работы, которая есть в нашей команде, любой человек абсолютно, главное, чтобы у него было желание, может иметь дополнительный доход. Кстати, я смогла себе за время нахождения в «Сибирском здоровье» сделать ремонт в комнате у мамы, купить новую, стиральную машину. У меня сломалась моя плита, я ее поменяла, я себе купила посудомойку, я заменила межкомнатные двери, сделала новую дверь входную, но это только малая часть того, что я смогла сделать благодаря «Сибирскому здоровью». Я не экономлю на детях, мои дети занимаются с репетиторами, ходят на кружки, получают те игрушки, которые хотят, и это здорово, когда мы можем дать своим детям, своим родным, близким то, что они действительно хотят. И все это благодаря «Сибирскому здоровью». Поэтому, друзья мои, если у вас действительно есть желание что-то изменить в своей жизни, никогда не поздно начать. Никогда не поздно. У нас каждый понедельник начинается обучение, и вы можете попасть туда абсолютно бесплатно и начать делать те же самые действия, которые делаю я, которые привели меня за 2 года к моему доходу в 100 тысяч рублей. Это, кстати, мой доход за февраль 2024 года. Итак, дорогие мои, все в ваших руках. Если вам действительно хочется что-то изменить в своей жизни, поправить финансовое благополучие, я протягиваю вам руку. Вот она. Пишите мне в личные сообщения. Наташа, расскажи подробнее. Хочу
попробовать работать в сибирском здоровье, я с удовольствием вам расскажу, научу, покажу. Я точно знаю, что нужно сделать, чтобы все получилось. Получилось у меня, получится и у вас, потому что у меня не получалось нигде. Получилось только в сибирском здоровье. И здоровье поправить, и финансовое благополучие улучшить. Я надеюсь, что мне удалось до вас донести, как же это круто, как же это здорово, когда ты можешь без отрыва от каких-то своих дел, от семьи любимой, от детей иметь дополнительный доход, а главное стабильный, который будет тебе расти от месяца к месяцу, если делать ежедневные одни и те же действия. Простые. Там не нужно 7 пядей во лбу, просто нужно упорство и желание. Ну что, пока-пока. Пишите в личные сообщения. Буду рада видеть вас среди своих коллег и обязательно научу вас, как что нужно делать, чтобы у вас были точно такие же результаты. Ну а может даже и лучше.